Будем заплетать косички. Ну, вот ты я заплела. Одну заплела, вот. Сейчас буду вторую. Это уже третий раз ты мне уже заплетала, да, скажи? Ой, да я ей уже много раз заплетала. Вот и ногти покрасила мне его настоящие. Да, я и ногти еще покрасила. Так что вот, приходите. Открылась. Открылась. Парикмахерская, да? Да, парикмахерская по красоте. Да, из меня делаем красавицу. Да, красавицу. Красавицу! Красавицу, да. Делаем. Красную красавицу. Красную. Как она вчера к нам пришла с такими красными щечками. Такой Дед Мороз прям к нам пришел. Дед Мороз, Дед Мороз. Я и тут практически все волосы выдрала. Да, призналась, мне все волосы. Приду в следующий раз лысые. Приходите в парикмахерскую, если хотите быть лысыми. Так что новая открылась у нас парикмахерская. Можете приходить. Да, и ногти накрасят. Да, мальчики могут даже приходить. И мальчики приходите. Да, мы им это ногти раскрасим в черный цвет, будут у них подгорелые ногти. Точно, а я тоже хочу подгорелые ногти. Это мне блёском, надо мне тоже подгорелые ногти. Черненькие, да? И не надела. В следующий раз в шлеме приду. А зачем? Какую ты частушку сегодня придумала? Либо в гости к нам пришла, почему лохматая? Ну-ка, дай-ка причешу, я тебя лопатой. Мне причастны. Пишите, давай, что-то не вижу вас. Ребятки, ну пишите, Даша. Даша хочет почитать, что вы пишете. Про меня. Хоть на немецком, хоть на каком. Не, на русском пишите. А то хочу узнать, что вы там про меня пишете, про парикмахера. Если нас никто не смотрит. Нет, там смотрят все. Ну напишите нам по-русски, мы не понимаем китайский. Как ты не понимаешь? Тебе он все пишут по-китайски. Да, все по-китайски. Мне китайцы так и пишут. Китайцы. 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 Напишите, давайте, ё-моё. Я Пеппи Длинный Чулок, а дай вот такой, так, Пеппи Длинный Чулок, вот так ходит, надо вот так. Гости к нам пришла, почини лохматая. Вот так и причешу, я тебя лохматаю. Лопатую, ты сказал меня по башке лопатой дашь. Так, о, пишут, читай. Добрый вечер, красавица, любовь. А вот тут тоже пишут. Добрый, да, чё тут не пишут про меня-то? Про Лёву пишут. Мальчики, ну напишите про Дашу, ты чё-нибудь, вот она обижается, напишите про Дашу что-нибудь. А то он что-то пишет вам про эту, которую делаю. А, про меня не есть. Вот тут мальчик обращал. Пишет, Асвальдо, Ола Ермос. Вот он пишет, привет, красавица. Да мне не надо по-немецкому. Мальчики, вам пишите по-русски. Тебя, блин, одни китайцы, блин, смотрят. Китайцы, точно. Вот она Даша точно скажет, на меня китайцы только смотрят. У меня канал для китайцев. Вот читай, тебе пишут теперь специально. Чего написали? Тоже как про тебя. Добрый вечер, красавица Даша. Вот, тебе же написали, красавица Даша. Мальчики, вопросы задавайте, пожалуйста, Даше, пока. Смотрите, я одну сверху сделал, другую снизу. Где она вверх? Пеппи Длинный Чулок, точно. Где вверху? Вы сегодня мультик смотрели, Пеппи Длинный Чулок? Давайте я буду вам читать. Пишите, давайте. Ребята, напишите. По-китайски. По-китайски? Ты не поймешь, что по-китайски? Да ты сама прочитаешь. Что по-китайски? Ну что, Даш, я так пойду, прям по городу, по стиле пойду, так, кипует. Моя прическа. Реклама парикмахера. Улыбайся. Со спишки хочешь? Косичками. Давай с косичками, чтобы не было. Да, просто косички-то реклама, косички. Вот. Давай я теперь тебе заплету обычные косички. А, обычные? Да, хотите увидеть, как нет, я буду? Нет, эти-то красивые. Говорит, красиво как. Смотрите, какая красивая. Мне уже пятый прическа. Я как раз тебе красивую прическу сплету. И пойдем красивую прическу, лысую меня, лысую. Смотри, какую я ей сделаю. Привет девочкам и мальчикам. Вот. Бабушка пишет, передавай бабушке. О, бабушка, привет, я вон тут ее заплетаю. Да-да, пятую прическу. Давай передавай, привет. Да-да, расческу. Бедные мои волосы, да. Бабушка удивится, да? Бабушка удивится. Точно! Чтоб я домой пришла, баба Рида сказала. О, это где была? Скажу, в парикмахерской, где? Дорогой, была. Зашла в парикмахерскую. Первая заплетена. Сейчас будем переплетать другую. Другую переплетать? Эксперимент, ребята. Вот это правильно меня нет. Только не до чего. Нет, посмотри. Какой сегодня мультик смотрели? Вот. А, как она? Пупилина, как она? А, какой? Одна волоса, другой. Так вот так надо, так что все смеялись надо мной. Да, мальчики, напишите на русском языке. Мне так идти на улицу. Красивая пойду.
учить хорошо на фотке. Так иди очень красиво. Вот, так что так иду. Ребятки, вот, а может на фотосессию у меня так эти стуши? Вот, все, завтра идем на фотосессию. Буду тоже в эфире сниматься. В эфире будет. Будешь меня тоже смотреть, да? Буду смотреть. Или мы вместе гулять будем по улице и вместе тоже снимать будем, да? Да, точно. И частушки еще прям, хотят частушки записать. Ой, да какая разница? Ой, какая, да, какая разница. А хотя мы ее уже придумали. Да, придумали, что меня лопатой огреют. Вот. А потом она пришла к нам в гости, и мы ее... Она тебя хотела побить, а мы ее про нее забыли. Мы ее вот так... Хочешь... Заплетать. Ну, сейчас... заплетаю. Больше волос там у меня нет. Вот тут заплетаю. О, давай. Хвостик вот так точно теперь. Пускай все смеются. Я тоже так делаю. Пускай скажу, мальчики, давайте смейтесь. Надо рога. Точно, два. Два. Рога надо тебе, да? Два. Чего у меня один рог-то? Единорог. Два, давай. Скажешь, Люба рогатый пойдет. Мальчики, если улыбочку не пришлете, мы обидимся. Привет, приветствуем тебя. Привет, Стал. А у тебя есть что-нибудь смешное мне на голову? Давай мальчика посмеши, меня мальчики смотрят. Получилась принцесса, вот смеется. Я ничего не вижу, как на нем ездить. Глаза черные стали. Как мне трудно дышать в этой штуке. А что, еще есть что-нибудь смешное? Шапку-шанка. Нет, нет. Шапку-шанка есть? Ой, нифига, какая у тебя челка. Смешили, теперь я буду рогатая. А проволоки нет, чтобы вот так стояла косичка, вот так вот. Вот так вот, смотрите, вот так. Давай, мой мальчик. Ну подожди, сначала заплетем, потом оленю. Давай, давай. Максу тоже. Давай, старую, чтоб смеялись. Ребят, открылась парикмахерская, приходите. Да, парикмахер. Сейчас мы вам тоже рога приделаем. Посмеетесь, да, с рогами будете. С косичками. Над вами потом посмеемся, да, ребята? Да, у них челка тоже есть. У челка тоже есть. Сейчас мы налепим. Будете рогатые. Мы сейчас пельмени на голову прилепим. Пельмени? Вот Люба к нам пришла с рогами. Такое. Вот, давай частушку придумаем. А мы такие сидим и говорим, потому что к нам что, олень пришел? Да, только олень. А вот я так на улице пойду, давай посмеемся. А, давай. Как весело, я пойду, я чтобы все посмеялись. Да нет. Знаешь, когда приятно, когда все улыбаться будут. Давай! Олень, какая красивая! Сейчас только мальчик. Папа, иди сюда! Читайте, что мальчики пишут. Стрекоза написали. Да, да. Надо так косички, чтобы мы... Стрекоза. Стрекоза я, папа. Это, что-нибудь на очки дайте какие-нибудь. Есть? Солнечные принеси. Очень солнечный день близит. Я рёв, блядь, тянешь деревню. А что, пойдём так? Двухрогая. Стрекоза. Стрекоза двухрогая. О, давай. Нет, ты коза, забодай нас. Коза. Забодай нас. А у тебя еще тут смешное? Капец! Ты что, точно инопланетянин? Инопланетянин! А можно я помню? Инопланетянин! Здравствуй, инопланетянин! Ну, красивая! О, можно я помню? Я тоже помню! Дай мне тоже померить! Давай! А у тебя проволоки нет, чтобы косичка стояла вот так вот? Так. Капец, ты здоровый! Нифига себе! О! Хотя, хочешь, я знаешь, как приплету еще? Как?
Смотри сейчас. Рога сейчас согнем. Рога. Сейчас я тебе такую прическу сделаю. Да, все упадут. Стоп, все упали. Все, упали все. Давайте я еще как... О, смотрите сейчас, какая у нее челка будет. Смотрите. Ребят, да, сейчас. Смотрите, что будет у меня. Ой-ой. Что? Клюв. Давай, клювай. А платочков нет никаких? Смотри. А что, красивая? Я красивая. И вот женишок. Теперь точно она торчит вниз. Со смеху. Я уже со смеху сейчас упаду. А я умру. Мы сейчас умрем, ребят, в прямом эфире все со смеху умрем. Да, эфир, наверное, у нас закончится. Спазм. Что такое, а? Тогда и тебе надо такие прически с рогами. О, давай я сейчас вот такую везу. Люба, смотри, какой я. И давай же Люба. Кто ты, китайец, что ли, стал? Жаки Чан. Нет, не запор, не распутаешь теперь, все, пойду так. Запутали мне волосы. Дайте сделаю, дайте сделаю. Не, никак там даже. Ну-ка, вон, смотрите. О, давай сюда. Давай. А вот мне два еще рога здесь, как у тебя. Да, давай будем с двумя рогами, с косичками. Ням-ням. Ой, я единорог. Вот я больше мне смешно возьму на голову. Что-нибудь тряпнуть от меня. Ой, я придумала сейчас. Повеселиться, а то все грустные заходят. Чтобы люди зашли в эфир и посмеялись. О, да, ты тоже смешной. Дядя Жиган. Не могу распутать. И всем привет, Динами. Ну-ка, скажи еще. Ты так скажешь? Давай. Всем привет, земляне! Всем привет, земляне! Мы все на проводе. Теперь у нас детский канал. Кому не жалко свои волосы, приходите к нам в парикмахерскую. Будут одни резиночки висеть. Отдайте мне детский. Тут не трогай. Желтую. Дайте мне померить. Развалилась, папа, твоя пилотка на две части. Слушай, а может и платочек сделать? Я макушечка, душечка. А что, красиво? Или так лучше? Где наш дом? Смешнее, наверное, так. А может вот так, что вот так? Клюв. Да, так лучше. Смешнее. Ох! Ой, нам еще прислали 200 рублей. Вот. Кто прислал, читай. Дима Кузнецов. Ой, Дима, у нас прям подарки на все, подарки. Это пилот. Дима все время присылает. Вот, спасибо. Давай ему поцелуйчик пошлем. Муа. Так его. Ты стесняйся. Любу мы побили, она чай твой зашла попить, а мы про нее забыли. Эй, покажите меня. Пока. Это кто у нас такой-то? Блин, я сегодня как это, пиратка какая-то, что только... А точно, пираты похожи, да? Эй, я красивая пиратка, я вам песенку спою. Мы частушки тут расскажем и станцуем. На краю. И поиграем. Пашка, здесь Люба какая. Фотографируй нас. Давай фотографируй. Какие красотки мы. Детский. А что, я так на улице пойду? Мне без разницы. Надо же радость людям дарить, чтобы все посмеялись. Я сегодня Даше говорю, мы придумаем частушки. Даш, ну давай запишем теперь. А Дашка, даже меня все будут смеяться. Давай, улыбочку. Улыбочку. Вот так вот. Ой, я какая красивая. Фотка. Я как пират точно. Я сегодня только кем не была. Снимячки.
а здесь я вообще на цыганку какую-то похожа. Даша, это просто. Стой! Кто наши ножки? Красота, красота! Ребят, я сегодня красивая, да? Скажите. Вот я понимаю, красотка. Ну еще, пусть ребятки повеселятся. Давай мне вот тут тогда все ставь. Еще давай чем-нибудь. Ананас. А другой нет у тебя синего какой-нибудь? Есть. Юки, давай поеду на такси, наверное. Я так на улице пройдусь. Еще что ли? Эксперимент. Давай на улице. И вот сюда давай. Давайте вот сюда. Ну давай, на подбородок. Ты вся красная. Всем вечер, прекрасный вечер. У вас веснушка. Веснушка Люба. Веснушки надо мне нарисовать-то. Ты ж, мне сегодня она и ногти покрасила. Прищи, веснушки, нарисуешь мне веснушки? Я сейчас тебе карандашик дам. Давай. Точно? Давай! Меня покажи! Передача «Неспокойной ночи». Точно скажи. У нас передача «Неспокойной ночи». Это синий карандаш. У меня веснушки синие будут, надо черным. Вот зеленым тогда. Давайте. Подожди, у меня сейчас зеленые веснушки будут. Наверное, сейчас я черный найду. А то синий, скажешь, какая-то синюшная. А черный? А где-то у меня коричневый карандаш был. У меня тут черный, синий. У меня тут и косметичечка такая. Вот, меня сейчас будут разукрашивать. Да, давай. Я тебе сейчас щеки красные покрасю. А, как я на фотосессии ходила. Даша, я пришла, Даша. А что у тебя сегодня не щеки, как не у Деда Мороза красные? Я сегодня пойду. Их, я сегодня всех напугаю. Пока на улице иду. Бабушка, бабушка не узнает, скажет, ты кто? Анка, это что, Дед Мороз, что ли, ко мне пришел? С печатью. Дед Мороз! Она говорит, ну да, все в школе смеются. Говорит, частушки только для того, чтобы смеялись. Вот сейчас, это все смеются, всем весело. Я тебе щеки красные подрисую, потом... Щеки красные? Так надо мне помаду. А ты вот отсюда возьми, вот эту помаду. Да я себе вот этим покрашу щеки. Давай, вот этим. Не, вот видите, я только такими, блесками для губ. О, дай. Это блеск для губ. Надо у бабушки украсть, бабушка у меня красным. А где? Красной помадой. Только глаза надо. Нет, это помада. Только чтобы не... Каким цветом ты мне рисуешь-то? Розовый. Какая я красивая буду. Розовая. Сейчас я тебе красненького добавлю. И красненького, и зелененького. Сейчас добавлю. Это помада вообще-то надо. Вон синенький красивый. Синие щелки, да? Да. А ты мне хотела веснушки рисовать-то? Давай, веснушки, вот. Подожди, я сейчас нарисую тебе. Ой, смотри, какие щелки. Пойду так. Вся такая чума. Я людей пойду пугать, да? Бабушка, ты такая... Да бабушка испугается, но меня домой не пустит. Вот тут какая-то коричневая. Ну-ка попробуй веснушки рисовать. Получится или черным рисовать? Получается? Какая-то буду рыжая, веснушечная. Получается что-то? Получается. Давай еще вот этим. Сейчас женихи набегут. Сейчас женихи к нам прибегут. Давай, черный. Только не открывай тело, чтобы она не сломалась. Надо вот так вот. Черные веснушки должны быть. Вот это у меня там индийскую девочку. Тогда мне брови нарисуют. Вот так. Веснушки так. О, может я еще усы нарисую, как у кошки, давай? Усы? Да как у кошки, давай третий, давай. Ну давай тогда зеленым вот у меня рисую. Да, давай. Зеленым. Давай я рисую, да? Нарисуем, да, как у кошки? Ну давай рисую, как у кошки. О, господи! Передача смеха панорама на ночь. У кошки надо отсюда нарисовать. Да нет, сюда дальше. Усы, да вот оттуда. Отсюда. Вот так получилось. Тогда у тебя вот одна уса там, другая там. Тогда тогда карандаши неси, может они карандаши нами лучше будут. Нет, там они вообще не лучше такое.
ладно. Все. Господи, я красивая, пойду домой, ребятки. Кто хочет с ней познакомиться, пожалуйста. А что, я так пойду? Ну ты страшила. Это! Я страшила, ребятки. Это сделай. Давай, типа, ты синий Дед Мороз будешь. Давай, синий Дед Мороз. Тогда мне глаза рисуй вот здесь. Вот, да, давай! Ой, я не могу. Я все карандаши сломались. Ой. Да, нормально. Давай тебе еще вот тут синий забыла. Это, синяк под глазом. Давай мне синяк под глазом, как будто меня кто-то избил. Давай сейчас коричненький. Синяк, значит, синим, наверное. Так называется синяк, значит, синим. Должен быть коричневым. Ты тут брови, наверное. Ты мне брови вот так нарисуй, наверное. О, давайте бровки нарисую. Бровь на вот черном. Ну да, давай каким-нибудь. Все, потихоньку открывай и вот так вот. Повыше, повыше сделай. О, какой ты прям вообще на мальчика похожа. На мальчика я похожа, ребятки. Меня мальчиком сделали. Ладно, прохожие, родная мама сегодня не узнает, домой не пустит. Валерия, точно меня мама не узнает. Сразу вспомнилась передача детская БВГДейка. Точно, я тоже помню БВГДейка. Ириска, Ириска. А ты кто? А ты конфетка. А ты кто? Ты жвачка. Клёпка. Алексей пишет, передача Клёпка. Подавайся! Вести передачу «Калабур». Причесы подавала, меня причесывает «Калабур». Деревня дураков. Деревня дураков. Не давай, чипрепа, меня красить. Давай, открывай красить. Ты у нас тоже теперь передача. Это глаза? Да, губы, не глаза, губы красить. Не надо, Максим! Пускай красит, он тоже хочет участвовать. Пускай... Я хочу. Так он я же хочет. Девочка, он мальчик. А он что мне покрасит? Крась, давай крась. Она не, перекрасит. Да тоже разрешаю. Только я разрешаю, на. А ты меня ярким? Да, вот тут. Может, я этим зеленым нарисую? Ну давай рисуй зеленым. Давай, чтобы тебя в девочку покрасить. Меня точно никто не узнает. Ну зато красивая какая. Пойду красивая. Точно, бабушка, не поверит, что тебя там изрисовали. Да, точно, я не поверю, скажу, что я такая... Ты, тебе надо, бабушка, сказать, ты чё, тебя чё, в краску засунули? Давай в девочку вращать будем. Давай, девочка, я девочка, я не мальчик. Меня в девочку наврать. Можно, это можно стирать. Не надо, Максим, это не стирается. Вот это нет, это сдирается вот так. Я знаю, вот. Да, давай, да. Так, вот сзади. Вот. Мама, это кто? Это кто? Это кто? Это ты. Тогда и бороду рисую, что ты нарисовал. Я же мальчик. С усами, значит, борода должна быть. Так, давай. Надо тогда еще раз грим мне принести, театральный грим. Косметику изворали. Надо ярким рисовать. А. Просто нарисуем. Просто. Так, все, давайте. Давай щечки вот этим. Маски шоу отдыхают. Маски шоу отдыхают. Ты не делай какие-нибудь красивые, что ли, вот это. Что это у меня? Давай носите вот это. Ты что, спой, ты такой? Я ж какая красивая, ты ж меня так долго маски шоу. Давай сейчас принесу влажную салфетку, будет все красивее. Фух. Да нет, ты какой-то мальчик стал какой-то. Давай сейчас. Так это меня так и сделала мальчик. Почему мальчик? С косичками, что ли, мальчик? Папа, дай мне еще что-нибудь. Во. Боже мой, моя косметика. Что, моя косметика? Я вам покажу, моя косметика. Господи! Моя косметика вся полетела.
Все, закрываем, а то мою косметику всю перепачкали. А что, теперь не отмылась, я так пойду ручками. Да давай отмывать, пошли давай. Господи. А то вот здесь, ну и страшно он тут сидит. Зато все. Ребятки, я кукарямба. Кукарямба, я кукарямба. Кукарямба. Ну, на таких, на пиратов каких-то похожи. Кукарямбочка. О, давай тебе еще один. Так, и вот это один. Новогодняя елка. Ну, я точно новогодняя елка. Андрей, как? Мальчики, я клюют на улице. Слушай, я так на улицу пойду. Знакомиться никто не будет. Или наоборот, все будут знакомы. Я самый высокий. Да, ты гигант. Так, я кукарямбу. Это кто у нас? Как тебя зовут? О, надень еще очки. Шварценеггер, что? Очки надень. Ну, теперь я кто? Теперь, наверное, не на фане какая-то, на фане. Смотрите. Ребятки, напишите нам что-нибудь для Даши. Даша хочет почитать. Напишите ей какую-то. Только по-русскому. По-русскому напишите. Напишите Даше что-нибудь на русском. Что вы любите, Даша, напишите. Продолжаем вести телепрограмму «Кукарямба». Дальше у нас что? Дальше мы кушаем сладости. Всем сладости, всем шоколадные трубочки. Кушаем шоколадные трубочки. Кто быстрее скушает? Кто быстрее скушает? Какая вкусная шоколадочка. А Даша уже слопала. Я только отпустила, она уже слопала. Ну, скажите мне, пожалуйста, сказку. Я поем конфетки, послушаю. Давай, засыпай. Точно, я буду засыпать. Мне как раз засыпать. Мне подушку надо. На чем засыпать-то? Мне подушку принесут. Я подушку. Из нашей комнаты. Какую мне подушечку? Подари мне какую подушечку. На ней мне пришли подушечку сказочку. И подушечку принесли. Кто мне сказку-то обещал? Я вот сегодня вас веселила. Сказку мне давайте читайте. Сказку читай. Дашка-барабашка пишет. Бабушка что пишет, читай. Да, надо Любашу целый час отмывать теперь. А мы так завтра на фотосессию идем, баба Лида. Вот так. Даша сказала, что я так красивая. Не надо, пусть так ездит на Невский проспект пойдет. Андрей смеется точно. Ребята, я так на Невский проспект пойду. Я так на Невский проспект. На Невском проспекте меня в полицию заберут. Нет, так клоуны сбежали. Клоуны сбежали. Точно, клоуны сбежали. Скажешь, клоуны сбежали из цирка. Мамочка, неужели это я? Аргентина смеется. Дети нарисовали тебя, теперь ты живая Мона Лиза. Густаво. Да, нам и не хочется уходить с вашего такого классного эфира. Все вместе вошли. Все разукрасили. Зато я сам красивая. Я сам красивый. Чумазенька. Спокойной ночи всем, вам сладких вам снов. Два, ребятки, еще домой пошла. Детям спать пора, в школу, поэтому сейчас пойду. Завтра прямой эфир вечером.